К другим новостям. Решил остаться врачом. Штефан Гацкан, накануне объявивший о переходе из фракции ПСРМ в группу «Промолдова», сегодня отказался от мандата депутата. В сообщении ПСРМ для прессы говорится, что утром он принял участие в заседании фракции, где сообщил, что, отказываясь от кресла законотворца, не отказывается от сотрудничества с командой ПСРМ, но все свои силы направит на работу в сфере здравоохранения. Решение это пришлось не по нраву депутатам «Промолдова». Как уточняется в пресс-релизе ПСРМ, утром Штефан Гацкан принял участие в заседании фракции, где объявил о своем решении. В группе «Промолдова» новость восприняли бурно. В течение дня ее члены наряду с представителями партии ШОР мигрировали от парламента к президентуре. Активно раздавали интервью, рассказывая, что Штефана Гацкана то ли удерживают силой, то ли вовсе похитили. Представители президентуры на это заявили, что у них Штефан Гацкан вообще не появлялся. Ну а ближе к вечеру теперь уже экс-депутат снизил накал страстей, опубликовав видео, в котором сообщают, что он в порядке и хочет отдохнуть. Социалисты, в свою очередь, волнуются за самого доктора. Как сообщил порталу Унимедиа глава парламентской фракции ПСРМ Корнелию Фуркулице, ему даже пришлось обратиться в службу госохраны с просьбой обеспечить безопасность Гацкану, поскольку тот подвергается давлению со стороны группы «Промолдова», которую возглавляет посаженный сын беглого олигарха Влада Плохотнюка Андриан Канду. Как сообщает пресс-служба ПСРМ, заявление Штефана Гацкана о сложении депутатских полномочий было зарегистрировано в секретариате парламента этим утром. Принять его отставку должен пленум законодательного органа.